С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте. Поезд с картинами из Третьяковской галереи пустят в московской подземке. С 11 мая по Арбатско-Покровской линии московского метрополитена будет ходить поезд «Акварель» с новой экспозицией собрания Государственной Третьяковской галереи. Обновление экспозиции поезда, который несколько лет назад специально изготовили под выставочную галерею, приурочено к 77-летию московского метрополитена. Это будет уже пятая выставка репродукции в поезде. Поезд был запущен по линии 1 июня 2007 года. Тогда его оформили репродукциями работ Сергея Андрияки и учеников из его школы акварели. 7 мая 2009 года поезд был оформлен шедеврами Русского музея. С 2010 года в нем размещались репродукции из коллекции Государственного музея имени Пушкина. А последний год его украшали работы из Вятского художественного музея. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске «Новости спорта».